Костюм Карла. Конечно, все обратили внимание на Светлану, на ее изумительные формы, но это все заслуга правильной одежды. Я думаю, Наденька, обратили внимание еще и на необычный цвет. Да. Небесно-голубой. Я обожаю расцветки. Мне нравится этот ментоловый оттенок. И если вы уже тоже влюбились в эти нежные краски неба, могу сказать вам, этот оттенок очень освежает меня и делает мой образ праздничным. Ой, Света, тебе очень идет. Я думаю, многие телезрители сейчас просто затаив дыхание нас смотрят и видят цену. Менее 3000 рублей за жакет. Нет, не за жакет, а за весь костюм. Только представьте себе, Света, это поразительная цена. Ну, Надюша, меня еще больше всего радует. Если раньше костюм Карла был представлен у нас только в двух расцветках, сейчас появляются яркие краски. Итак, ментол – это мой выбор. Для тех женщин, кто думает, что я люблю только оттенки фиолетового, вы видите, что я сегодня выбрала совершенно другой для себя. Ну, а фиолетовый оттенок выбирают любительницы нежного сочетания с розовым. Очень красивое плетение. Мы обязательно поговорим с вами, что это такое, вязка или краска. О, интересная у нас затравочка получилась. Давайте узнаем чуть позже, сейчас выберем ваш цвет. Этот цвет классический синий. Классический синий, причем мне очень нравится, что белоснежная палитра цветов очень украшает наш ансамбль. Отлично. Ты знаешь, Надя, вот многие женщины, так же как и ты, любят оттенки винные, вишневые, вкусная вишня. Помните, что год огненного петуха очень тоже любит оттенки красного, да, поэтому обратите внимание на глубокий цвет вишни. А сейчас внимание, такой же интересный цвет, как и твой ментоловый, необычный ты цвет. Ты знаешь, да, необычный розовый цвет, это сухая роза. Этот оттенок считается теплым, его могут носить женщины любого цветотипа. Если раньше считалось, что брюнеткам лучше холодный розовый, то этот оттенок вам тоже подойдет. Так, отлично, универсальный цвет, универсально красивый. Ну а если вы поклонница все-таки маленького черного платья, классики, вот вам, пожалуйста, темная расцветка, черный. Но, Надя, он непростой. Золотом. Да. Вот ты знаешь, ты совершенно права, когда сказала, что вот именно на черном фоне золото выходит на первый план. А я могу так сказать, что для женщин, кто любит носить золотые украшения, ваши золотые украшения в виде вензелей уже имеются на вязаном костюме. Отлично, у вас будут и украшения, и костюмы. Все это за цену менее 3000 рублей, потому что это наше специальное предложение. Вот сейчас давайте выяснять. Слушай, ну о том, как он вывязан, мы поговорим, может, чуть позже, а сейчас о посадке. Да, ты знаешь, и посадка, и различные варианты, как мы можем его носить. Почему я предлагаю сегодня обратить внимание именно на сезонный костюм? Посмотрите на Любу. Люба раздробила костюм, это цвет сухая роза. Костюм Карла, от него Люба взяла только жакет. Укороченный, стильный жакет, смотрится элегантно. Я могу сказать точно, если раньше женщины были опечалены тем, что костюмная ткань сковывала их движение, я рекомендую обратить внимание на вязаные вещи. Люба выбирает брюки люкс и пиджак от костюма Карла. От костюма Карла. А вот наша вторая модель, Катерина, выбирает целый костюм фиолетового оттенка. Это костюм Карла полностью в одном цвете. 2999 рублей. Выглядит очень богато, выглядит очень статусно. Я думаю, что многие мечтали о таком костюме, но не могли найти его в магазинах. Да, и ты знаешь, Надя, мне очень нравится, что мы девочек украсили, и я украсила себя любым шарфом, любым палантином, который наверняка есть в вашем гардеробе. Поэтому обратите внимание, образ Кати выглядит настолько ярким. И, кстати, у Кати у нас размер 54. Вот сейчас хочется поподробнее, потому что все уже приготовились записывать свой размер. Как подобрать размер костюма Карла? Внимание на экраны. Сейчас мы дадим вам рекомендации. Учитывая то, что наш костюм состоит из двух базовых вещей, я бы обратила внимание на то, что многие женщины имеют нестандартный тип фигуры. А значит, какая-то зона у них больше. Если у вас, например, размер 54-56, рекомендую выбирать костюм 56-го размера в сторону большего. Если у вас единый размер, как у Кати, 54, Катя выбрала 54. Единственный нюанс. Для женщин, у кого богатый верх, рекомендую выбирать костюм Карла на размер побольше. Почему? У нас здесь функциональная зона застежки. Если вы будете носить этот костюм без блузы, без топа, для того, чтобы в зоне бюста костюм не расходился и вы чувствовали себя комфортно и защищенно, выбирайте на размер побольше. Я думаю, наши покупатели
покупательницы чувствуют себя защищенными с такими-то ценами? Ведь, по сути, цены у нас не то что 2016-го, по факту 2015-го года. Ведь только посмотрите на эти цифры. Менее 3000 рублей, ваша экономия больше 1500. И даже у нас уже завтра, поскольку это спецпредложение, будет стоить почти 4600. Зачем, скажите, пожалуйста, переплачивать? И еще последний день скидок. Сегодня единственный день, когда можно сочетать и скидки акции, и скидки распродажи. Надюша, сейчас я готова раскрыть секрет вашего тепла, вашей защищенности. То есть это еще и сезонный. Конечно, однозначно, это сезонное предложение. Учитывая то, что наш костюм имеет очень хорошую плотную текстуру, но я уже сказала, что это вывязанное изделие, всех интересует вопрос, что за состав. Внутри нашего вязаного полотна 30% натуральной шерсти. Вау. Но доказательством тому, что это не прокрашенное, а вырезанное полотно, я выворачиваю изделие на изнаночную сторону, и вы видите все, что здесь участвуют разноцветные нити. Это 100% гарантия качества. То есть мы видим с вами сложный узор, вензеля, который выполняется на европейских машинах. И этот узор уже никуда не исчезнет. Вот-вот-вот, я тоже с тобой согласна, Света. Мне нравится то, что эти картины написаны, выписаны, вывязаны, они не исчезнут, а будут подчеркивать вашу... стройность? Правильно, давайте посмотрим на фигуры девочек и обратим внимание, что вензеля как нельзя кстати расположились в нужной зоне. Талия. Вот почему визуально фигура девочек кажется приближенной к песочным часам. А я хочу сейчас присоединиться к нашим моделям. Девочки выбирают различные образы. Вот и я показываюсь. Я хочу сказать, что такой костюм я выбираю сегодня со стильными полуботинками-ботильонами. Это полуботинки сарей. И обратите внимание, что вот в таком ансамбле мы можем пойти даже на день рождения. Мы можем пойти на работу. Надя, я вспоминаю, когда я работала в школе, таких костюмов не было. К сожалению, днем с огнем их не сыщешь. Ну, а у нас, поскольку большинство наших телезрительниц, ну, большая часть достаточно работает в школах, учителями, в бюджетных учреждениях, у вас есть определенный дресс-код, вам нужно выглядеть соответственно. Но эти топорные, эти зажимающие движения костюмы из костюмной ткани уже давно не актуальны, тем более на улице зима, нам нужно сезонное тепленькое предложение. Мне очень нравится, что я могу носить этот костюм, не обращая внимания на свои изъяны фигуры. Так. Я раньше переживала, когда поправилась, что у меня слишком широкие бедра, но могу сказать вам, что на таких бедрах юбка смотрится очень эффектно. Даже преимущество вязаных вещей в их эластичности, мягкости. И действительно, такой уют мы ощущаем. Могу заметить еще один факт, что мои широкие плечи спрятались, потому что здесь вточные рукава. Отличная посадка по фигуре плюс стройность за счет рисунка. Итак, вязаное полотно, 100% гарантия качества, потому что это проверенный бренд. И цена только сегодня 2999 рублей. Не оставят равнодушными ни одну модницу. Звоните, мы ждем ваших звонков.